Пергуня переодевается. Наверное, там. Это угол, вот там видно себе. Тёмыч, да? Ну ладно. Все тут? Давай сразу макет. Манки готовим. И вот опять я собираюсь пойти потанцевать, я надеваю штиблет и галстук, шнурок, я собираю свою дверь. О, смотри, это куповская тема-то. Приземляется и тут же. Вот такие же расстояния перелетают. Вот с такого мантоса. Ну так это же гад. Давай, затка, затка. Вот как вот с таким вылетом вверх, такое говёное сальто. Нормально, в принципе. Это моя самая лучшая. Я даже залезть-то тут не смогу, сколько. Не запотевает? Ты это, просто через нас выдыхание. Угу.
подожди, я тебя почищу. Ты поближе, да, взялся к стене? Да-да-да, чтоб край торчал побольше. И на край встаешь ногой. Еще вот. Все. Прикольно. Я не умею. Нет, это вообще махнули. Чисто голо положение. Блин, посмотри, стена не проскалывает. Это вообще что не порядок, да, честно. Только аккуратнее. Это реально? Так-то нет, слушай, она не очень скользкая. Надо еще пробовать. Зимний не получится, да? Ладно. На тренировку надо будет посидеть как-нибудь.